Ум за разум заходит. Астрологи назвали три женских знака зодиака, которые умнее остальных. А звезд точно ничего не скроешь. Ведь они появились на небе еще задолго до нашего появления. Они могут указать на судьбу и наш характер. Например, на этот раз астрологи назвали три самых умных знака зодиака среди женщин. Овен. Эти девушки очень упрямы и всегда добиваются своих целей до конца, с самого детства, из-за того, что у них в голове ставится четкая задача, что выполнить нужно без уклонений, в голове сразу выстраивается порядок действий. Женщины-овны постоянно обдумывают различные варианты поступков, как они могут получить ту или иную вещь. Также они обладают прекрасными лидерскими качествами, которые используют в повседневной жизни. Козерог. С самого детства у девушек-козерогов словно какая-то мания познать новое и научиться чему-то интересному. Именно девочки-козероги с удовольствием слушали на уроках в школе, не пропускали пары в институте и с радостью работают на новой работе, обучаясь и совершенствуясь каждый день. Для козерога нет ничего хуже, чем сидеть на одном месте и никуда не стремиться. Скорпион. От природы девушки-скорпионы очень умны, потому что звезды наградили их некой чуйкой, благодаря которой они все видят и запоминают. Девушка-скорпион никогда не сделает поспешного решения, она все взвесит и придет к одному наилучшему выводу из существующих. Еще они имеют просто восхитительную память и могут выйти из любой заковыристой ситуации. Друзья! Независимо от того, верите вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы многое можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь.